Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. И всем привет, с вами я, Савва, как пацаны, Оди и Гэппл. И сегодня мы продолжаем строить, мастерить и что-то такое делать. Да, вы подумаете, что я нахожусь в группе ВК. Нет, это просто закат. Да. Да, это такая икона своей же группы. Да, подписывайтесь на мою группу. Да, там уже 88 подписчиков. И еще спасибо за 58 подписчиков вы... Ой, на канале, да, странное число, 888, да. Ладно, продолжаем. Под этим видео будет ссылка на эту сборку, да. Ну и можете перейти на предыдущее видео, там я рассказал, как установить на Яндекс.Диск, потому что я на Google Диск не умею, и как он там называется, перекидывать, так что, ну... В Яндексе легко зарегистрироваться, да, и тем более там еще удобнее, чем Payo, система типа Яндекс кошелек. Что-то громко. Вот, так, нормально. Да, погнали. Почему я начал строиться на острове, на островах? Я не понимаю. Я немножечко подкорректировал настройки, у меня вот теперь 190, 80, 70 FPS. Почему текстопак бомжа стоит? 2, 3. Так, как у нас тут пятерочка выглядит? Так. Ну, в принципе. Во, вот это красивое здание. Ладно. Не, ну я в принципе больше. Опа, я уже сделал пятерочку, да? Не ожидай. Я тоже не ожидал, что я закончу. Сейчас, на уже покажу, а потом ты. Раз, два, три. Камера, мотор. Видите, какие стекла? Это я... Ой, я забыл закончить сейчас. Видите эти стекла, да? Это я сам придумал такую технологию. Я увидел в интернете, типа, вот так, примерно, там такие жерези. Я хотел сначала поставить белый забор, типа, из мода, но потом подумал, нет, надо поставить все такое. Thank you.
принципе, вот такой вот выпуск был. Да. Коротенький, такого ничего почти не сделал. Сделал обалденную пятерочку. Мост. Доделал немного итерацию. И немного подкорректировал имена и всякие товары. Да, и расчистил остров. Ну что же. Всем удачи и всем пока-пока. До скорых встреч, друзья. Увидимся в следующем новом уроке. Набирается 7-8 лайков. Выходит новая серия. Да. Сама сборка будет в описании. Если набирается 9 лайков, 9-10 лайков. Да-да-да. Если будет долго набираться, тогда дальше буду скидывать. Тогда 10. Если быстро набирается 9 лайков, то я вам скину еще и Иисус Пак. Да. Я, конечно, создал саму сборку с Иисус Паками, да. Но я ими не пользуюсь. Я только Апарина включил. Они удобны, в принципе, для меня. Ну, в принципе, да. 9 лайков. Иисус Паки. Вот я набрали только 8 лайков, да. Я говорю, что и то скину. Но вы набрали только 8. Да. Так что набирается 9 лайков. Выкидываю Иисус Паки. Всем пока. Флэш. Бедная моя, это...